Опасные игры, лед еще не полностью сковал Беру, местами видна полынья. Однако детей это не пугает. К нам в редакцию попало видео, на котором мальчишки бесстрашно прыгают на тонком льду. А на расстоянии меньше метра открытый водоем, ледяная вода и течение. Спасатели бьют тревогу. Все чаще очевидцы сообщают об опасных играх несовершеннолетних. По данным чрезвычайного ведомства, происшествие с начала осенне-зимнего периода не зарегистрировано. Однако в ходе рейдовых мероприятий в поле зрения сотрудников МЧС попали больше 10 малолетних нарушителей. С ними и их родителями инспекторы провели профилактические беседы. На данный период крайне недопустимо находиться на льду, потому что лед еще не до конца приобрел свою крепость. Как вы видите, допустим, здесь видите, вот у нас на реке Бира наблюдаются проталины. То есть лед он неоднородный, где-то толщина позволяет безопасно находиться на воде, где-то не позволяет, но в целом пока еще безопасность трудно гарантировать.